Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс». Автор Мерзляк, Полонский и Кир. Под номером 1332. Свежие яблоки содержат 75% воды, а сушеные – 12%. Сколько килограмм сушеных яблок получится из 264 килограмм свежих? Итак, за счет чего происходит сушение яблок? За счет того, что из них уходит вода. Что же в них остается, кроме воды? Сухая часть, она неизменная в свежих яблок и в сушеных яблок. Таким образом, нам нужно узнать, сколько сухой части есть в свежих яблок, если 75% это вода. Итак, вспоминаем правило, чтобы найти процент от числа, можно представить проценты в виде дроби и умножить число на эту дробь. Итак, 75% это 0,75. Сокращаем, и 75, и 100 делится на 25. 75 делим на 25 это 3, а 100 делим на 25 это 4. 3 четвертых. И теперь, согласно правилу, первое действие мы узнаем, сколько воды у нас в свежих яблоках. У нас в свежих яблоках будет 264 килограмма. Согласно правилу, мы умножаем на 3 четвертых. И сколько же мы с вами получим? Для этого 264 нам нужно разделить на знаменатель на 4. И то, что получится, умножить на 3. Итак, на черновике 264 разделим на 4. Возьмем по 6. 6 у 4 – 24. От 26 отнимаем 24, получаем 2. Сносим 4. И опять 24 делим на 4 и знаем, что это 6. 6 у 4 – 24. Это мы узнали с вами 1 четвертую часть числа. А теперь 66 нам нужно умножить на 3. Трижды 6 – 18. 8 пишем, 1 запоминаем. Трижды 6 – 18 и 1 запоминали – 19. Итак, 198 килограмм воды в свежих яблоках. Заполняем таблицу. Килограмм. Как же узнать, какая сухая часть, сколько сухой части? Правильно, от всего веса яблок, от 264 килограмм, вычитаем вес воды и получаем от 264, вычитаем 198. Занимаем десяток, от 14 отнимаем 8, это 6, это 6. От 15 вычитаем 9, это 6. И получаем с вами 66 килограмм. Это сухой части. Итак, у нас сухой части с вами 66 килограмм. И в свежих яблоках, и в сушеных яблоках. Итак, мы с вами знаем, какой процент воды у нас с вами. Поэтому хорошо бы нам узнать, какой процент будет сухой части. Всего у нас 100%. Вычитаем 12%. Это вода. И получаем с вами 88%. Это у нас сухой части.
сухой части в сушеных яблоках. И получается, что у нас с вами всего сухой части 66 килограмм, и это составляет 88%. Как узнать, целая зная часть и проценты этой части? И опять же мы можем с вами воспользоваться правилом. Чтобы найти число по его процентам, можно представить, проценты в виде дроби и разделить значение процентов на эту дробь. Значение у нас 66 килограмм, а дробь у нас с вами будет, это 88 сотых. Итак, 88% это 88 сотых. И числитель дроби и знаменатель можно сократить на 4. 88 делим на 4 это 22. 100 делим на 4 – это 25. Ну и теперь, согласно правилу, четвертое наше действие. Нам нужно 66 килограмм – это значение. Разделить на дробь, на 22 25. Итак, что значит нам число разделить на дробь? Нам нужно это число записать. Деление заменить умножением, а дробь заменить ей обратной. 25, 22. Ну и теперь достаточно 66 разделить на 22, это 3. И 3 умножить на 25, это 75. Итак, 75 килограмм сушеных яблок. Вот мы с вами и решили задачу. Запишем ответ. Семьдесят пять килограмм сушеных яблок. Получится. Итак, мы с вами применили два правила и решили с вами задачу. Все, мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.